Всем привет на канале Дендробен из Сталинграда. Как всегда, коротенькое видео на 500-ку. Вернулись мы к этим огурчикам, которые мы сажали в биогумус-сырец, в новые вот грядки. Вот какие они уже выросли. Три огурца уже съели. Кошки помогли. Пару огурцов кошки помогли. Вот они где достают, они сейчас в основном внизу. Сладкие очень нравятся кискам. Соседские у нас нет, кошки приходят полакомиться огурцами. Эти как бы уже догоняют. Ну теперь как бы для сравнения, я не знаю. Для сравнения, наверное, будем по урожайности смотреть. Хорошо, они взялись, все, цветут, вот как вы видите. Вот цветут. Вот они цветут, и зависть есть. Вон, тут вот я видел огурчики, вон махненькие, вон. Ну и еще так есть. Короче, неплохо. Но, как всегда, у нас очень жарко, прошли дожди. И вот появляется вот такая вещь, типа мучнистой. И листочки скручиваются. Буду готовить для них лекарства сейчас. Вот столько я беру гумуса, вот такое количество, и заливаю водой. Я залью водой, через пару-тройку дней вот это все заливаю хорошо водой. Миленько мне процедит его, и мы опрыскиваем их. И потом вот это все залью, я полную кастрюлю налью. Не будем на это время. Сейчас я это все залью. Не будем на это время тратить. Напорчик у нас слабенький днем. И вот что уже творится. Да, вот эта фасолька миленькая. Спаржевая, или как она называется еще? Вигна макаретти. Ой, это я не выговорю никогда. Она тоже подняла. Сейчас буду втыкивать крючочки и привязывать вон туда, чтобы она пошла. Тоже вот какая-то вот. Будем все прыскать вот этим вот. Ну и там, миленькая, пройди. Да, виноград. Вот эта вещь нам понравилась. Вот хорошо, удобно ходить. Дожди были, все уходят. А вот рядом приходится, вот у меня под ногами. И вот сегодня миленькая прошлась. Вот. Между ряди все. Везде травка есть, хоть и капелька. Потому что прошли дожди. Виноград сейчас вот я жду, когда отцветет этот. И вот этот уже начал. Я вот эти вот все росточки, мы вместе, один я не справлюсь. Вот это я все удаляю, оставляю вот до кистей. Вот он отцветает, пусть потом начну, не буду сейчас его тормошить. Вот, ежевика цветет, ой-ой-ой, как отлично, хорошо. Просто прекрасно. Уже надо тоже, вот отцветет. Я ее подвяжу выше, чтобы можно было между рядами ходить. Ну и миленькая теперь вот помидоры какие уже у нас. Уже цветут, поднялись. Тут тоже некий экспериментик проходит. Потому что вот у нас в этих теплых грядках помидорчики. Вот, капелька работает почти что, я не знаю, каждый день. И понятно все, потому что жара у нас под 40, 36-38 градусов. И тоже некий эксперимент. Вот эти вот в биогумусе в сердце сидят. А вон видочек. И опять же видите, сколько там травы. Не хватает, стыдно на нее рук. Они сидят просто в нашем грунте. И, как видно, там подсыпан биогумус. Сырец. Ну, розы вот уже как благодарят. Это просто уже восторг от них. И вон как хвост поднялась. Ну вот в таком состоянии, тли неимоверный, жара сильная, муравейчик жару, сейчас вот с сегодняшнего дня начнем сильно с ним бороться, листочки скручивают, интересно, все много, все хорошо, но тля, срос мы ее прогнали, и то опять вон появилось, сегодня будем да. Опять прогонять, вон там две божьих коровки стараются никак не сладить, короче, жара, муравейники, будем сейчас бороться. Медведки здесь меньше стало, но есть, вот они. Роет, сейчас будем и с ней бороться. Но выползают, часто выползают, плохо им, муравьи их раз и к себе. Вот так уже они. Травы в таких грядках просто мизер. А здесь вот и застелено, ну там было много трава, здесь не застелено практически нет. Поэтому постепенно перейдем до конца на эти грядки. Почему и клубника такая плешивенькая, мы ей ничего не делали, только миленькая раз ее подпушила. Она ждет пересадки в такие грядки. Вон как-то.
Ну, как-то, да, там. Ну вот, всем пока. Счастья, любви, здоровья, удачи и терпения во всех ваших делах.